За моей спиной горит жилой дом в Северодонецке. Буквально полчаса назад войска Российской Федерации накрыли населенный пункт из реактивных систем залпового огня «Град». Таких домов сейчас около десятка, я насчитываю. Сколько пострадало, пока что эта цифра уточняется. Обстрелы не продолжаются, поэтому потушить все это пока что невозможно, потому что нет режима тишины. Сегодня 15 марта. Российские войска продолжают обстреливать населенный пункт Северодонецк. Пострадало за все эти три недели, больше сотни жилых домов. Вот видите,